Здравствуйте, в эфире Азов-Инфоспорт, в студии Александр Истомин. Турнир «Мемориал», посвященный заслуженному тренеру по греко-римской борьбе Борису Канунникову, прошел в минувшие выходные. Более 150 спортсменов из городов Ростовской области приняли в нем участие. В течение двух дней в спортивном зале «Сдюшор номер 9» проходил турнир «Мемориал» по греко-римской борьбе, посвященный заслуженному тренеру России Борису Канунникову. 160 спортсменов из различных уголков Ростовской области приехали побороться за первое место. В соревнованиях принимали участие юноши 2000-2001 годов рождения. С каждым годом азовчанам все труднее и сложнее побеждать. Ну, мы побеждаем, конечно, но все сложнее и сложнее. Почему? Потому что география самой Ростовской области греко-римской борьбы с каждым годом увеличивается. Она такая большая, почти уже в каждой деревне, в каждом селе. Ребята занимаются греко-римской борьбой. Это вид, конечно, мужской, чисто мужской вид спорта, который воспитывает волевые качества, силу, ловкость, выносливость. И поэтому с удовольствием ребята занимаются. Я думаю, что наши ребята, ну, не подведут. Около 20 борцов нашего города приняли участие в турнире, который давно стал традиционным и проводится уже 14-й раз. Несмотря на большое количество достойных соперников, азовские спортсмены завоевали 8 медалей, 2 серебряных и 6 бронзовых. Олеся Слынько, Евгения Симакова, Александр Истомин, Азов-Инфоспорт. Стартовал традиционный осенний кубок памяти Вячеслава Пуханова, посвященный азовчанам, погибшим во время исполнения воинского долга. В матче открытия встретились команды ветеранов и пушка. Традиционный мемориальный кубок Вячеслава Пуханова был разыгран первый раз в 1995 году. За время проведения соревнований победителями становились все сильнейшие команды города. Слава был футболистом-любителем. Он играл в основном в мини-футбол. Немножко в большой футбол. Очень любил эту игру. Так получилось, что мы со Славой были друзьями. Вот, собирались, где и сейчас собираются ребята, на площадке спортивной Дома культуры имени Ильича. Вот, это... Компания наша до сих пор существует. В мемориальном турнире принимают участие 8 команд из Азова и Азовского района. Матчи 1-4 были сыграны в минувшие выходные. Полуфинальные пары составили «Пушка Скилл» и молодежная сборная «Машиностроитель». Очень приятно, что в настоящее время городская федерация футбола чтит эту традицию. С 95 года турнир он ежегодный, не прерывался ни на один год. Ну и статус турнира – это всегда бескомпромиссная борьба, всегда очень сильные соперники, всегда непредсказуемые результаты. В воскресенье в 11 часов на стадионе спортивной школы номер 9 пройдет финальная игра. Евгения Симакова, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов-Инфоспорт. Второе место на чемпионате Азербайджана завоевала хоккейная команда «Тана». Участие в таких крупных соревнованиях на международном уровне позволило игрокам сразиться с участниками Евролиги. О том, как проходил чемпионат, рассказал тренер команды Владимир Конкин. Ребята, я имею в виду, в любом случае получили большой урок, как и международных встреч, как и между народами, то есть окрепла дружба между Азербайджаном и я имею в виду России. Лучший игрок у нас получил Кирилл Деревянчик, который больше всех голов забил. Что хочу сказать, прием был на высшем уровне, то есть была теплая погода, во-первых, жили на базе команды Азербайджана, то есть, ну, все условия. Так что мы еще подумаем, может быть, и на следующий год, если будет время, сыграть в этом чемпионате. Первенством среди команд школ завершился футбольный сезон для юных спортсменов. Одновременно с подведением итогов этих соревнований были названы победители турнира «Кожаный мяч» в двух возрастных категориях. В финальном матче первенства города по футболу среди школьных команд встретились воспитанники 9 и 11 школ. Преимущество футболистов школы номер 11 было заметно. Они создали больше голевых ситуаций, что и привело к их победе.
Одновременно с награждением финалистов первенства по футболу среди школьных команд были подведены итоги соревнований «Кожаный мяч». В старшей возрастной группе 13-14 лет победу одержала школа номер 13. Среди спортсменов 2003-2004 годов рождения лучшей стала команда 11-й школы. Это у нас традиционное соревнование, которое проводится каждый год. Прошли соревнования на очень высоком уровне. Вы обратили внимание, какие призы у нас были сегодня, наградной материал. То есть прошло, как говорится, без сучка и задоринки. В следующем году победители соревнований будут представлять наш город на зональных этапах всероссийских турниров. Футбольный сезон этого года для школьных команд на этом завершен. Евгения Симакова, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов-Инфоспорт. Возобновляется Суперкубок Ростовской области. Последний раз такие соревнования проводились 17 лет назад. В Суперкубке примут участие 4 сильнейших коллектива высшей лиги. 5 из 6 матчей пройдут в Азове на стадионе спортивной школы номер 9. Суперкубок стартует уже завтра. Еще одни крупные соревнования начнутся завтра. Первенство России по хоккею на траве среди команд в возрасте до 21 года. В турнире примут участие коллективы из 6 городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Электростали и Азова. Игры будут проходить в течение недели на стадионе в селе Кулешовка. Это все о спорте на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания.